Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Хто за нами стежить?». І сьогодні у нас в програмі дуже цікаві гості. Це Олександр Горошинський. Вітаю вас, це адвокат. І блогер, політичний експерт Олександр Семченко. Вітаю. Здравствуйте. Цікаву тему сьогодні будемо з вами обговорювати. Це у нас є така подія на американському телебаченні, на телеканалі ONE America News. З аудиторією 35 мільйонів глядачів вийшов фільм. І фільм в жанрі документалістики. І дуже цікаво, що про цей фільм в нас в ЗМІ досить мало розмовляють, тому що там дуже незручні для нашого керівництва факти. І давайте просто будемо дивитися цей фільм, щоб зрозуміти, в принципі, як стежать за кордону, за нами, за Україною. Кажуть, весь світ з нами. Давайте подивимось, яким чином весь світ з нами. Ну що ж, давайте подивимось. Еліта Вашингтона приступила к імпічменту президента на основании телефонного разговора в июле 2019 года с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но наша семья знает правду, и ваша должна тоже ее знать. Это началось не просто с телефонного разговора между двумя президентами. Проблема Украины в Америке началась вовсе не с Дональда Трампа. Все это началось много лет назад и привело к убийствам на Майдане. 20 февраля 2014 года 100 человек были застрелены. Ну що ж, дуже цікава така історія, я так розумію, тайна Полішинеля, так звана. Для багатьох українців, в принципі, це ще очевидні події, очевидно, в принципі. Але не очевидно, що, наприклад, телефонний дзвінок Зеленського став причиною можливого імпічменту Трампа. Тобто, на цю тему давайте по декілька реплік і йдемо далі. Що ви думаєте за цього приводу? Давайте так, імпічмент вже закінчився, Сенат не підтримав, з цим все зрозуміло. А що стосується подій на Майдані, этот фильм, с одной стороны, он говорит больше, чем говорили официальные американские лица, но с другой стороны, он все равно не договаривает. В частности, события на Майдане в конечном итоге они все равно называют революцией гидности, а не государственным переворотом. Вернее так, в одном фрагменте называют его государственным переворотом, в другом говорят о том, что это революция гидности. Кроме того, здесь вот как бы не до конца честны в роли Америки. То есть, с одной стороны, они признают, что Америка, ну, в частности, прошлая администрация Барака Обамы, вложилась в то, что были смерти, был развал страны, и было, ну, мы видим, что в конечном итоге получилось после Майдана. А с другой стороны, они приплетают сюда еще и других игроков, в частности, геополитических игроков, в ту же Россию, распределяя таким образом ответственность, которая, на мой взгляд, лежит, ну, если не 90, то 85% на американцах. Дякую. И вот с вашей точки зрения, мы бачимо зараз, що так от кадри були побудовані, що сім'я Трампа знає правду і хоче, щоб знали і ми. Да, на самом деле, действительно, я бы на начале разговора бы обратил внимание на журналиста, личность журналиста Капуто, кто он такой. Он друг, приближенный человек к Трампу. Человек, который изучал тему Майдана и, как мы видим, в принципе, проанализировал достаточно много доказательной базы. И свидетельские показания он взял во внимание, и видеозаписи и так далее. А что обращает на себя внимание, это то, что американцы начали говорить. Они начали анализировать, начали говорить по событиям Майдана. И они увидели альтернативную точку зрения. То есть мы много лет, 6 лет фактически видели одну сторону со стороны американцев о том, что Майдан – это революция, о том, что Майдан – это герои. А сейчас мы видим, что американское общество, американские журналисты и, наверное, американское правительство по-другому оценивают события на Майдане. И в частности, все-таки и журналист, и в фильме оценку событиям на Майдане дается и квалификация им как госпереворот. И это имеет важнейшее значение, потому что мы потом дальше увидим, что фактически и журналист, и правительство Соединенных Штатов все чаще начало говорить о необходимости услышать правду, что произошло на Майдане в 2014 году, и фактически произошел запрос на объективное расследование. То есть это фактически такой месседж, посыл со стороны американского общества, правительства американского на объективное расследование. И я считаю, что наши власти сегодняшние должны сделать определенный вывод с этого фильма, ну и
Дякую, зрозуміло. І дуже дивна історія, тому що коли ми цей фільм аналізували, він ще був в відкритому доступі. А от зараз, якщо ми будемо намагатися зайти і подивитись, де ж цей фільм, то ми ж розуміємо, що от нам видасть таку картинку, я прошу, щоб студія її показала. І от ми бачимо, що це відео, цей фільм заблокував користувач от з цією назвою. І якщо ми подивимось далі, то вийде дуже цікава історія, тому що, якщо ми подивимось далі, то у каналу, який це заблокував, це фактично жодного відео. Тобто на каналі, який заблокував інше відео, немає відео. Ну це як? Тобто... І якщо немає відео, звідки 1980 підписників? Ну, відео могли бути либо заблокировані пользователем, который на этом каналі размещены, либо удалены по какой-то причине. Может быть, это вообще какой-то фейковый канал, но я вам так скажу, когда я первый раз смотрел это видео, я смотрел далеко не одним из первых, было порядка 120 тысяч просмотров уже на тот момент, то я уже испытывал некие проблемы. Во-первых, меня потребовали, чтобы я авторизировался, потому что на фильм наложены, я заходил по ссылке, на фильм наложено уже ограничение по возрасту. Во-вторых, меня дважды предупреждали, что в фильме содержится оскорбление, хотя в фильме оскорбление не содержится, но в фильме содержится оскорбление, и вы уверены, что вы хотите посмотреть. То есть я подозреваю, что на этот фильм уже было, на тот момент, когда было 120 тысяч просмотров, уже направлено большое количество, просто запредельное количество жалоб от различных людей, которым не нравятся те оценки и те факты, которые в этом фильме приведены. Но в конце концов в этом фильме убийц назвали убийцами. Да, там с какими-то экивоками, оговорками дали возможность оправдаться тому же Наливайченко и прочим деятелям Майдана. Саакашвили, да. Пашинскому слову, да. Дважды, причем по ходу фильма. Но все равно фильм вышел вот такой, вот знаете, вот все-таки нету той сакральности, которую у нас привыкли. То есть Небесная сотня, они сражались за нас, они боролись за нашу свободу, за европейское будущее. Здесь вообще никакого европейского будущего нету в этом фильме. Здесь четко геополитические интересы, которые отстаивали американцы, администрация Обамы. Вот здесь вот делается четкий акцент на то, что это демократы, администрация Обамы, Байден. Здесь несколько, много тезисов. Мы здесь будем сегодня идем. Поэтому вот фильма, да, сейчас нету. Но я думаю, то есть есть масса пользователей, которые его скачали. И я думаю, что эти пользователи разместят. Я, видимо, тоже размещу на своем канале. Просто из вредности, в конце концов, один страйк моему каналу не повредит. И я знаю, в отличие, наверное, от этих пользователей, как с этими страйками бороться за... Два с лишним года на Ютубі я відбив не один страйк. Дякую. І зараз подивимося ще один фрагмент цього фільму. В Киеве, вероятно, больше шпионов, двойных агентов, наемников и фальшивых дипломатов, чем где-либо еще сегодня в мире. Как в Касабланке в 40-е годы. Многие иностранцы влияли на протесты Майдана с самого начала в конце 2013 года. Особенно Россия, США и Евросоюз. И они быстро переросли в революцию. Лидеры украинской революции «Достоинство» встречались в посольстве США в Киеве. Американские чиновники, такие как сенатор Джон Маккейн и Виктория Нуланд, помощник государственного секретаря при президенте Бараке Обаме, встречались с протестующими на площади. Привет, как дела? Рада вас видеть. Конечно, мы почувствовали поддержку всего демократического мира, когда сенатор Маккейн пришел на Майдан. Я лично сопровождал его, и это было очень приятно, очень вдохновляло. Пан Александр, вот как вы можете прокомментировать этот відрив у фильма? Вы погоджуетесь с тезою, все ж таки, что у нас в Украине столько шпигунов разных стран, что это просто нонсенс? Ну, первое, что обращает на себя внимание в этом отрывке, это четкий посыл о том, что события на Майдане имели фактор внешнего влияния. То есть фактически кукловодами тех событий были из Штатов, и об этом говорят сами же американское общество на сегодняшний день и американское правительство. Это имеет важнейшее значение, потому что мы сейчас, только сейчас точно можем понимать, почему так развязно, так уверенно себя чувствовали так называемые лидеры Майдана. Они понимали, что за ними есть большая страна, есть большая поддержка,
И именно при таких условиях они готовы были идти до конца и шли до конца. Я хочу обратить внимание также, что вот печеньки Нулан там и так далее, мы помним о том, что по состоянию на декабрь 2013 года уже посольство Соединенных Штатов высказало требования к Януковичу, при которых он, на которые он должен был пойти. И при таких условиях уже американское посольство говорило, что только при таких условиях, при таких обстоятельствах Майдан прекратится. Так вот, обратите внимание, что те условия, которые они выдвигали Соединенные Штаты в адрес Януковича в 2013 году, в декабре 2013 года, они были абсолютно точно подписаны и легли в основу мирных соглашений 21 февраля 2014 года. Но это уже не помогло, фактически. Да, но это уже не помогло. Об этом, кстати, детально дает свои свидетельские показания бывший министр иностранных дел Кажара, который четко указывает, что требования Соединенных Штатов были фактически положены в мирное соглашение от 21 февраля 2014 года, но результат мы знаем, какой это уже не помогло. Дякую. Як ви можете прокомендувати цей відрив? Вот на самом деле ужасно, как для украинцев, то, что мы находимся, продолжаем находиться под внешним управлением. То есть некие большие дяди с другой стороны организовали то, что им нужно было здесь организовать. И фильм этот появился на самом деле не потому, что вот у американцев совесть проснулась. Просто в данный момент Дональду Трампу, которому остается менее чем год до новых выборов, ему выгодно показать неправильную, незаконную политику и деятельность демократов, ну, в частности... Выгодно показать правду. Выгодно показать правду, да. То есть он, в данном случае ему выгодно показать правду, и если бы ему не было выгодно показать правду, мы вспомним, как бы, это же не первый раз, когда американцы вмешивались в наши дела, в украинские, как бы, и нам здесь все коломутили, мы в конечном итоге... Не первый Майдан. Да, и не первый Майдан. Мы можем вспомнить Майдан, допустим, 2004 года, и тогда тоже американцы вмешивались, да, тогда обошлось без крови, но Украина все равно откатилась назад по своему развитию, мы можем сравнивать показатели там экономические 2004 года и так далее. Но в 2004 году кто был при власти? Джордж Буш-младший. Он кто был? Республиканец, точно так же, как и Трамп. Трамп против республиканцев не выступает. Хотя здесь зацепили Маккейна, покойного Маккейна. Можливо, саме тому Майдан вони не згадують. Не упоминают, да, потому что нужно бороться с Байденом. Здесь же очень много внимания в этом фильме, кроме Майдана. Але ми сьогодні йдемо. Опять. Да, точно. І ми зараз подивимося ще один відрізок цього фільму. Дипломаты Госдепа Обамы в Центральной и Восточной Европе выбрали новый путь – соросовский глобализм или прогрессивизм. Такие страны, как Грузия и Украина, были на передовой политике глобализма. На Украине она привела к массовым убийствам. Мой Шурин часто ходил на Майдан после начала протестов в ноябре 2013 года. Они начали мирно. А после новогодних праздников у демонстрантов было оружие. И столкновения с полицией обострились. Антиамериканские критики говорят, что наша страна организовала все это в сговоре с американским миллиардером Джорджем Соросом. Это действительно так. Мы платили миллионы организациям Сороса в таких местах, как Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Балканы, Грузия и Украина, и даже в России. Как вы можете прокомментировать такие... прям откровення щодо Сороса. Ми починаємо чути цю фамілію, яка в нас дуже часто лунає в українських телеекранах, кулуарах Верховної Ради та інших місцях. Да, ну роль Сороса у нас на сьогоднішній день вже понятна, тому що його гроші, як по мені, він і не відрицає те, що він, собственно, кукловодить тими процесами, які відбуваються, в частності, в Україні. Він приймає активне участь в назначений на должности тех или иных государственных служащих высшего ранга. Он финансирует те или иные события. И здесь, в этом фильме, детально, в общем-то, показана эта история. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что действительно скоро выборы в Соединенных Штатах, и события на Майдане для них, для американцев, являются, ну, одним из ключевых для того, чтобы показать, кто такое лицо демократов, их подходы
И по большому-то счету... Что их подходы ведут до крови. Ну, по сути, да. По сути, да. В этом фильме и причем мы сейчас увидели с вами в том числе Михаила Саакашвили. Его роль здесь будет детально описана и рассказана в фильме. Более того, роль Михаила Саакашвили по событиям Майдана мы детально изучаем в рамках уголовного дела, в рамках уголовного производства в отношении бывших сотрудников «Беркут». И там мы допросили свидетелей, которые указывают на Михаила Саакашвили как лицо, которое непосредственно завозил так называемых грузинских снайперов. Ну и, я думаю, мы еще увидим этот сюжет и обсудим его. Дякую, пане Олександре. Ви звернули увагу на те, що в цьому фільмі, в американському фільмі, прямим текстом кажуть, ми спонсорували, ми вкладали гроші і перелік країн. І як ви можете це прокоментувати? Нужно признать преступления, но эти же преступления, то есть действительно они числятся за Америкой, мы можем вспомнить там Америку, начиная, наверное, с конца 19 века, оккупация Гавайев и так дальше понеслось, Доминиканская республика, там много преступлений, на самом деле, много государственных переворотов. Можем вспомнить государственные перевороты, которые устраивали там республиканские администрации, можем вспомнить там демократов, можем вспомнить, да, там того же Билла Клинтона и бомбардировку, неоднократную бомбардировку Югославии. То есть это все происходило. Сейчас это делается, на мой взгляд, исключительно в рамках избирательной кампании. То есть Трампу нужно показать негативную роль демократов и конкретных лиц, которые к этому причастны из демократов. Ну а Сорос, если взять чуть шире, империя Ротшильдов, это люди, которые стоят за демократической партией США и, соответственно, подрывая репутацию спонсоров, он одновременно наносит удар и по демократам. У Трампа есть собственный интерес, он этот интерес преследует. Здесь подвернулась Украина. Причем Трамп ведь не сам инициировал вопрос Украины. И демократы посчитали, что Украина это достаточный такой камень, достаточный по массе, чтобы этим камнем заехать по голове Трампу. То есть началось все с того, что они начали Трампа обвинять в том, что он поговорил с Зеленским и требовал от него там провести какое-то расследование. На мой взгляд, вот даже если это правда, Трамп говорит, что этого не было, но даже если это правда, а что тут такого? То есть есть преступление, которое совершает бывший высокопоставленный американский чиновник. Угу. Трамп, точно так же, как украинский президент, он тоже является гарантом Конституции, гарантом того, чтобы все работало. Более того, он отвечает за работу всех там органов, в частности, Министерства юстиции, состав которого входит ФБР, поскольку он глава правительства еще, не просто президента, а еще и глава правительства, и он этих министров назначает. И он заинтересован в том, чтобы такое резонансное расследование было проведено. Для этого ему нужны материалы, в том числе с Украины. Но это нормально, когда главы государства говорят, там мы, наши преступники на вашей территории, ваши правоохранительные органы могут какую-то нам помощь оказать. Я не вижу ничего плохого здесь. Демократы стали защищаться таким образом. Ну и нарвались, потому что ведь это дело шито белыми нитками. Здесь нет правоты Америки. Ну що ж, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. В Украине, по признанию руководителей фонда Сороса, он потратил более 180 миллионов долларов. С момента распада СССР в начале 90-х годов. В действительности он создавал прогрессивное государство. И он тесно сотрудничал с американским правительством. При Обаме мы поддерживали Сороса на 100%. Ну, я думаю, що ми в Україні бачимо і відчуваємо, як Сорос побудував в Україні прогресивне суспільство. Ви відчуваєте на собі оцей прогрес, конечно, у нашому суспільстві? Прогресивність на себе чувствую, коли возбуждали уголовні діла, коли убивали сотрудників міліції, при цьому амністірували вбивств, коли явно відбувається іскаження реальності і, в суті, все відбувається з ног на голову. Вот, в общем-то, и результат работы. Вот. И, конечно, в хаосе легче управлять людьми, потому что они являются более зависимыми. Поэтому имеем результат. Дякую. Як ви можете прокоментувати таке прогресивне суспільство у нас в Україні, за словами цього автора фільму? По поводу там, адвокатів і так далі, я вспоминаю там епізоди суда Януковича, коли свідетелі, представляєте, свідетелі, допустим, свідетель Турчинов, свідетель Яценюк, задають адвокату вопрос, коли адвокат задає йому вопроси, виконує свою роботу, а ви якої країни громадянин?
А вы как, почему вы мне такие вопросы задаете? Это не патриотично. Вот примерно ну, так вот звучало на полном серьезе. Вот это прогресс, да. Прогресс мы можем измерить, на самом деле, знаете, ну, это вот все ментально, там, свобода и так далее, независимость. А можем измерить конкретными цифрами. В результате прогресса украинского общества количество людей, составляющих это общество, уменьшилось. Цифра, насколько уменьшилась, непонятно, но, может быть, в два раза уменьшилась. С 52 миллионов, потом мы прогрессировали, сколько у нас сейчас? Меньше 40, меньше 30, около 20 миллионов. Взять по экономике, по уровню жизни, по уровню образования, по уровню медицинского обслуживания. Мы же катились до уровня действительно папуасов. Да, мы белые папуасы, мы белые туземцы, которых не жалко миллионами уничтожать. Умер миллион туземцев, господи, да этого никто не заметит. И у нас действительно это происходит в стране. Вот оно, прогрессивное общество. Минус даже просто по смертности. Минусуются сотни тысяч, вымирают ежегодно такие города, как Ровно, допустим, как Житомир. Ежегодно вымирают. И нормально. Украина по смертности занимает первое место в Европе. Это прогресс. Такого у нас не было. Давайте подивимося еще один фрагмент этого фильма. Спустя почти 6 лет они все еще не знают, кто это делал. По словам Валентина Наливайченко, бывшего главы Службы безопасности Украины, национального ФБР, собранные его командой улики указывают на Россию. Я помню часть этих улик после моего официального назначения в Генеральную прокуратуру в 2014 году, где офицеры спецназа были свидетелями того, что пара снайперов на Майдане разговаривали на русском языке. Они были не из какой-либо официальной группы спецназа. Это версия об Байдена, которую продвигают приверженцы национальной безопасности. Но они больше не говорят об этом. Это самая большая страна в Европе. 100 человек было убито за 20 минут, и никто не хочет, чтобы это расследовали. Большинство американцев не знают, что там происходит каждый день. С глаз долой и с сердца вон. Пане Олександре, тобто, от я просто хочу поставити питання. Ну, якщо я от дивлюсь, немає результату. А пан Наливайченко каже, у нас є докази, але вони досі, от 6 років, вони секретні і їх досі не опублікували. Як так трапилося, що в нього є докази, яких суспільство ще не бачило? Ну, то якийсь нонсенс. А Валентин Наливайченко, видите, установив причастность каких-то спецназовцев к русскому спецназу только потому, что они разговаривают на русском языке, как я понял из фильма. Очевидный доказ. Да, ну, безусловно. Но при этом Валентин Наливайченко забывает о том, что, это он сейчас такие выдает версии, забывая про то, что уже публично много появилось видеозаписей. Давайте вспомним того же Бубенчика, давайте вспомним показания Липового из группы Поросюка, которые открыто заявляет о том, что они взяли оружие, убивали сотрудников милиции, убивали с консерватории, с гостиницы «Украина». Установлено оружие, установлено, для чего они это делали. То есть они не скрывают об этом, они прямо об этом заявляют публично. А мы сейчас все рассказываем, да, что вот какой-то там спецназ. При этом Валентин Наливайченко ну, хорошо же знает о том, что в гостинице «Украина» находились действительно иностранные стрелки. Есть видео, где те же прибалты, про них мы еще можем поговорить, фактически 18 февраля 2014 года готовятся к этим расстрелам. Они пристреливаются, они примиряются, они обсуждают. Есть видеозапись, где журналист снимает с гостиницы «Украина», а на заднем фоне разговаривают какие-то с акцентом, западноукраинским акцентом люди, и они говорят, что вот здесь неудобно стрелять, надо в другое место переходить и так далее. То есть это все присутствует. Я уже не говорю о том, что масса видеозаписей, где открыто ведется огонь. Навещо тоді Наливайченко бреше, з вашої точки зору? Ну, Наливайченко является человеком, который, по сути, выгодоприобретателем Майдана, его так буду называть. Он был активным участником. Естественно, на сегодняшний день все так называемые лидеры или участники Майдана, они ну, как бы другую версию и не рассматривают. Да и не могут рассматривать, потому что они не хотят признаваться фактически в противоправных действиях.
Вот. Поэтому это легко об'яснимо, його позиція, і вона не об'єктивна. Дякую. А як ви можете прокоментувати таку історію? Собственно, вот перед нами преступник, причастный к тому, к тем преступлениям, которые совершил. Если говорить о Наливайченко, да. И он, ну, он пытается оправдаться. То есть, если бы ему задавали больше вопросов, вот опять-таки вспоминают уже суд Януковича, его там допрашивали порядка 2 часов, так он там во многом сознался, вот брать показания Наливайченко и сажать его в тюрьму, в том числе за государственную измену, в том числе в пользу Соединенных Штатов Америки, он там в этих показаниях в том числе ссылается. То есть он просто себя оправдывается. А вы хотите, чтобы перед нами сел тот же Наливайченко, или Порошенко, или Тягнибок, или Яценюк, и не рассказывали, да, я дал указания, я заплатил, я вот как бы имел такие-то намерения, и эти намерения реализовались то-то и то-то. Но они будут оправдываться, они будут доказывать. Есть, конечно, идиоты типа Тани Черновол, которые время от времени проговариваются. Совсем недавно она проговорилась о том, что она организовала убийство на Майдане человека, ну не на Майдане, а в офисе партии регионов. Организовала поджог офиса партии регионов, что характерно. После того, как человек сгорел, сотрудник офиса партии регионов его потом причислили к небесной сотне. Но они вот на такое способны. Да, и он тут... Другое дело, что мне понравилось, как американцы дальше сделали вот это. Нам проповедовали, теперь об этом молчат. И дальше вывод уже подводится, что вот это вот то, что говорит Наливайченко, это, по-украински говоря, брехня. Давайте подумаем еще один фрагмент этого фильма. Когда сотрудник украинской национальной полиции Беркута Сергей Тамтура был освобожден из тюрьмы в июне 2019 года, из посольства США не было ни слова. Протестующие были позади нас. Мне бросили большой тяжелый камень в затылок. После чего у меня, как я помню... Насколько я помню, у меня перед глазами потемнело. Как потом оказалось... У меня шлем раскололся на голове. Я увидел человека, бегущего к нам с коктейлем Молотова. И в следующий момент я уже горел. Меня посадили в машину скорой помощи и доставили в больницу МВД. Расскажи мне о своем оружии. Когда ко мне пришли с обыском, они искали мое оружие. Утверждая, что его нет на протяжении 8 месяцев. Каждый раз во время судебных слушаний они требовали, чтобы я остался в заключении, утверждая, что я украл и уничтожил свое оружие, чтобы избавиться от улик преступления. После чего выяснилось, что Генеральная прокуратура конфисковала мое оружие. За 6 месяцев до того, как меня арестовали. Прокуроры скрыли ключевые доказательства, поэтому Тамтура отсидел 5 лет в тюрьме ни за что. Сегодня он сломленный, его жизнь разрушена, и Америка, так рьяно борющаяся с коррупцией, не сделала ничего. Ну, це ваш підзахисник, якщо не помиляюсь. І да. От як ви можете прокоментувати такі факти, які ми зараз почули? Необхідно, да, дійсно прокоментувати те, о чому говорив Сергій Тамтура. От смотрите, в 2014 году Генеральная прокуратура изымает его автомат, проверяет, делает отстрелы, проводит баллистические экспертизы. Он есть в наличии и сегодня. Вместе с тем Сергею Тамтуре и на сегодняшний день, уже 6 лет прошло, вменяет о том, что он незаконно завладел оружием и незаконно это оружие пропало. И ставят это в вину Сергею. Более того, на протяжении 6... Вот так. Ему вменяют на сегодняшний день, да, утрату оружия. Оно есть в наличии, оно проверено, есть баллистические экспертизы. Но вместе с тем Генеральная прокуратура продолжает и на сегодняшний день, уже после, даже после того, когда суд дал оценку этому всему, суд сказал о том, что... со стороны обвинения не доказано факты применения Сергея Тамтуры оружия на Майдане. Собственно, поэтому и изменил ему меру пресечения. Несмотря на это, Генеральная прокуратура продолжает утверждать о том, что автомата Тамтуры нету сегодняшний день. Ну и вот с такими, в общем-то, подходами нам приходилось и приходится работать. Чтобы вы понимали, Сергей Тамтура еще на досудебном следствии дал показания. Нам же все рассказывают о том, что вот они не дают показания, они укрывают, там, скрывают и так далее. Сергей Тамтура еще на досудебном следствии Генеральной прокуратуре дал показания.
Его был автомат, он был отстрелян, было все установлено. На протяжении 6 лет не установлено ни одного, ни гильзы, ни пули, ни, нету ни свидетельских показаний, ничего нет. Вот просто пусто в материалах дела. Но вместе с тем генеральная прокуратура продолжает утверждать, что он... Але 5 років тримало в тюрьме. Да, он больше 5 лет пробивал под стражей и фактически отбыл наказание. А другие ребята, мы помним о том, что там 5 подозреваемых, другие ребята по 6 лет находились при аналогичных доказательных, отсутствии доказательной базы, по 6 лет находились в тюрьме. На сегодняшний день уже ни для кого не секрет, по большому счету это признано на высшем уровне, что дело по Беркуту это политическое дело, оно имеет политические корни. И только политическим путем, наверное, можно решить этот вопрос. Дякую. Як вы можете прокомментировать такие вот відривки? Ну а что тут можно сказать? Вот изначально назначили виновного, то есть если говорить об Украине. То есть здесь американцы абсолютно правильно расставили акценты, но в Украине изначально назначили виновного. И неважно, есть доказательства, нет доказательств, мы просто вас отсудим по беспределу. То есть нет статьи в Уголовном кодексе, придумаем, нет доказательств, просто скажем, что они есть. Есть доказательства невиновности, притворимся, что этих доказательств не существует. Здесь бы, конечно, очень выигрышно смотрелся вот этот кусочек, если бы режиссер этого фильма еще наложил выступление Луценко. Помните, это памятное выступление Луценко с трибуны? 19-го. Да, с трибуны, со сцены Майдана, что вечером, ночью уже везут оружие, и здесь у вас будет оружие. И на следующий день таки, да, на Майдане массово появилось оружие. Оно и до этого было, понимаете, если взять эту Небесную Сотню, рассмотреть, как там люди умирали. И никто же не расследует. Эти убийства людей на Небесной Сотне не расследуют. Ни в декабре, не в январе, которые люди умирали. Вот просто их записали в Небесную Сотню, повесили на Януковича, и все. Человек на елке повесился, там, в центре Майдана. Почему? Кто? Как он? Как этот Беркут или Янукович мог пробраться в центр Майдана, в охраняемый периметр этой майдановской самообороны, и повесить человека на елке ночью? Ну, как это могло произойти? И это не расследуется. Я уверен, что власти, по крайней мере, во времена Порошенко, были не заинтересованы в объективном расследовании преступлений на Майдане, потому что они знали, кто эти преступления совершил. Они знали, что это их преступление, и расследование привело бы четко к ним. Почему Зеленский их прикрывает? Ну, это питание риторичное.